Символ мудрости, атрибут богини Афины, легко вписался в декор одного из самарских магазинов. Выглядит впечатляюще. Совы восседают на еле и тщательно следят за покупателями. Для хозяйки магазина Марии этот амбивалентный символ – талисман на удачу. Возможно, именно он поможет команде самарского дизайнера победить в конкурсе на лучшее декорирование собственной территории к Новому году. Все люди сейчас ждут этого праздника. Согласитесь, и подарить покупателям эту эмоцию, просто прохожим эмоцию какого-то вот такого новогоднего волшебства для меня, как для дизайнера, очень важно. Конкурс среди районов города на самое лучшее декорирование территории проводится традиционно в течение 5 лет. Украшаются объекты потребительского рынка, социальной сферы, промышленные предприятия. Только в Самарском районе участвовать в конкурсе пожелали 350 организаций, 110 из которых уже украсили свои объекты к предстоящему празднику. Атмосферу волшебства горожане создают совместно. Здания преображаются снаружи и изнутри. Люди реагируют очень позитивно. Понятно, что в этом году мероприятия ограничены, массовых мероприятий на территории городского округа не будет, но новогоднюю атмосферу все равно необходимо создать. Поэтому вот таким образом мы поднимаем предновогоднее настроение жителям. Принять участие в конкурсе могут организации, учреждения, предприятия всех форм собственности. Для этого необходимо подать заявку в администрацию внутригородского района и воплотить новогоднее волшебство в жизнь. Планируется, что в Самарском районе приготовление к Новому году завершат до конца недели. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.